Я благодарен своим родителям. Я появился рано. Мои родители очень хотели своих денег. Вначале было сложно. Маленькие деньги – большие проблемы. Потом наладилось. Родители отдали меня в банк. Хорошая школа жизни, общался с другими деньгами. Многое понял. Вырос. Поэтому потом пошел работать. Есть такая программа по трудоустройству денег, народная IPO. Хорошо устроился. Крупная национальная компания, интересная работа, хорошая зарплата, от тебя реальная польза, есть чем гордиться. Знаете, что главное? Родители гордятся. Маленькие деньги выросли, стали серьезным зрелым капиталом. В общем, секрет успеха простой. Надо работать. Дайте деньгам будущее, дайте деньгам работу.